Недавнее исследование выявило, что женщины с маленькими детьми не спят по ночам. Однако не уточняется, почему. Спросили бы у меня. Эй, такси! Вместо того, чтобы спать, я составляю список. Первое. Отвезти Эмили в школу. Я так тебе завидую. Ты классно выглядишь весь день. У нас тут такая запара была. Второе. Бороться с трудностями на работе. Что-то вы опаздываете сегодня. Здесь у меня два варианта. Либо мужское оправдание типа «в пробку попало», «пропадание электроэнергии», «неполадки с карбюратором», либо... маммография. Третье. Проводить больше времени с Ричардом. Ты, наверное, так вымуталась? Ну, не так. Четвертое. Яблочный пирог детям. Подарки на Рождество, дни рождения. Как тебе это удается? Как ты все успеваешь? Я не знаю, как она делает это. У тебя ведь дети. Двое. Это потрясающе. А у тебя четверо. Двое близняшек. Один из наших крупных клиентов в Нью-Йорке клюнул на наше предложение, и он хотел бы все обговорить. О, боже, простите. И как долго вы здесь? Достаточно долго. А вы можете продолжать. Похоже, ты идешь на повышение. Будет еще труднее со всем справляться, но теперь у тебя... есть няня. Ты что, его подстригла? Ну да. Это его первая прическа. Первая прическа, я все пропустила. Простите. Детей отправили домой из овшей, проверься сама. Все в порядке? А то! Я видела, как эти букашки прыгают везде. Даже в его почтовый ящик залезли. На экранах осенью. Я люблю работу. Иногда, правда, хотелось бы любить ее чуточку меньше. У тебя ведь еще есть дети. Пусть этим кто-нибудь займется. Так не может продолжаться. Я не могу вот так все бросить. А еще и пилатес этот. Как со всем справиться? И ничего не потерять. Я не могу без работы. Как и не могу без тебя, Дэна и Эмили. Пойми. Сара Джессика Паркер. Пирс Броснан. Грег Киннер. Устраивать друг другу большие и маленькие праздники каждый день для того, чтобы все были счастливы. Таков твой план? Да. Мне нравится. Я не знаю, как она делает это. С 15 сентября во всех кинотеатрах.